Добрый вечер. В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. В Канске без вести пропали два мальчика. Подростков ищут уже больше недели. Следователи полагают, что дети могут находиться в Красноярске. Не снимайте, пожалуйста, а? Давайте, пожалуйста. Не снимайте. Зачем вы снимаете? Стихийный скотомогильник в Емельяновском районе. Жители винят местных фермеров. А фермеры в ответ сломали камеру нашей съемочной группе. Если мы рассматриваем какую-то альтернативу, то как вариант это может быть юань. Курс евро на бирже перевалил за 102 рубля. Доллар достиг 90 рублей впервые с марта 2022 года. Какие прогнозы делают эксперты? Я расцениваю это как... возможно, в рамках закона, но шантаж, то есть вымогательство. Разместил фото на сайте и получил иск на несколько десятков тысяч рублей. Предприниматели по всей России становятся ответчиками по делам об авторском праве. В Канске без вести пропали два мальчика. Подростков ищут больше недели. По предварительным данным, 27 июня 15-летний Олег Терентьев примерно в 4 часа дня ушел из дома в переулке Единый. Второй мальчик Савелий Шпак покинул свой дом на улице Калинина около 7 вечера в тот же день. Следователи полагают, что парни находятся вместе. Скорее всего, они в Красноярске. Их поиски продолжаются. Следователи возбудили уголовные дела по статье убийства. Дела об исчезновении людей всегда возбуждают по такой статье. И если вам что-либо известно о местонахождении детей, сообщите по телефонам 8 391 227 06 45 или по номеру 112. Правоохранители гарантируют анонимность. Пьяный мужчина выкинул 5 кошек с балкона 9 этажа. И выжил только один питомец. Все произошло в городе Шарыпово, когда 41-летний мужчина вместе с женой приехал в гости к матери. Сыну не понравилось, что у нее дома много кошек, поэтому он просто выбросил 5 животных с балкона 9 этажа. Одна кошка выжила, ей уже нашли нового хозяина. И после произошедшего мужчина испугался, что его начнут ругать, и вместе с женой ушел домой. Спустя несколько дней его задержали. Полицейские. Правоохранительным органам мужчина рассказал, цитата, что если бы он меньше пил, то не сделал бы этого. Конец цитаты. Он думал, что хвостатые упадут на дерево и разбегутся. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде. Но отчиму, который избивал свою 13-летнюю падчерицу, избрали меру пресечения. Сегодня его заключили под стражу на 2 месяца. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Расследуется 2 эпизода. Первый происходил с января по июнь этого года. Подозреваемый как минимум 2 раза ударил подростка ремнем по телу и ладонью по лицу. Второй эпизод попал на видео. По информации новостей ТВК, ролик сняла мама пострадавшей. 1 июля пьяный отчим схватил девочку за шею 3 раза. Ударил головой в холодильник. Сейчас подросток в больнице. После лечения пострадавшую отправят в детский дом на время разбирательств. В Омске осудили серийного маньяка, которого не могли поймать 10 лет. Он попался на краже сейфа. Мужчину по прозвищу «Форточник» приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима. По данным следствия, 63-летний Иван Коротин с 2010 по 2012 годы изнасиловал 8 женщин. К ним он проникал через форточку 1-го этажа по ночам. Одной из жертв оказалась 16-летняя девушка. Мужчину не могли поймать 10 лет, так как в 2012-м он уехал на родину в Казахстан, где попал в тюрьму за кражу. После освобождения он вернулся в Омск, где его снова задержали и снова за кражу. Через форточку мужчина залез в офис 1-го этажа и украл 600 тысяч рублей. Преступника вычислили по следам пота. Генотип на месте кражи совпал с генотипом обвиняемого в изнасилованиях. Мужчину судили по статьям изнасилования несовершеннолетней и кража. По другим случаям уголовное дело прекращено по истечению срока давности. Детали в историях. Okay.
Скотомогильник в Емельяновском районе. С такой жалобой к нам в редакцию обратились местные жители. Они рассказали, что фермеры содержат на своей территории сотни голов скота, а вот отходы их жизнедеятельности и останки выбрасывают прямо на проезжую часть. Съемочная группа ТВК, а это две девушки, Александра Козлова и Анастасия Масленникова, выехали на место и даже пытались пообщаться со владельцем фермы. Однако все закончилось рукоприкладством. Подробности расскажет сама Александра Козлова. Здесь очень много мух, органы животных. Вот так она выглядит. Ежедневный запах биологических отходов животных и яма с останками зверей рядом с жилыми домами – привычная ситуация для жителей села Шуваева и Емельяновского района. По словам местных, владельцы рядом расположенного хозяйства ежедневно выбрасывают отходы за забор. В итоге навоз лежит прямо на проезжей части. А по соседству со зловонной кучей еще и скотомогильник – головы и останки умерших животных. На ферме живут около сотни овец, коз и коров. Очевидцы жалуются, запах от всего этого разносится ветром по всему району и попадает в питьевую воду. Помимо дороги, ну, понятно, на организм человека, не знаю, это может попасть в воду, не в питьевую и так далее. То есть, как бы это не очень хорошо. В администрацию обращались, хозяина обращались, чтобы этого не было. А какой-то промежуток, там, дня два проходит, а навоз не выкидывают, например, на ту же самую дорогу. Через некоторое время смотришь, что это продолжается. Жители также отмечают, гора биологических отходов размером примерно с меня, это 1,5 метра, при выпадении осадков стекает по дороге, которая ведет к домам сельских жителей. Съемочная группа ТВК пообщалась со владельцем фермы Закиром. Сначала мужчина шел на контакт, но после вопросов о неудобствах, которые его ферма доставляет местным жителям, он начал вести себя агрессивно, хватать журналистов за руки и отбирать камеру. Раньше, когда мы здесь были, это наш, мы открыли, это КРФ, но здесь не было ничего, этих дома не было, ничего не было. Но мы убираем, вот стараемся убирать, но что делать, вот куда везти, вот вы мне скажите, я буду возить. Не снимайте, пожалуйста, а? Давайте, не пожалуйста, не снимайте, зачем вы снимаете мне? Я не потому хочу, что вы снимали. Новости, как я могу это не снимать? Давайте, давайте, я здесь не меня хозяин, не уберите, трогать. Пожалуйста, все, давайте. Это собственность канала. Вы не имеете права ее вообще в принципе трогать. Не то, что вам. Вы почему мне снимаете? Я по-человечески просил. Вы меня обманываете, сюда возите и снимаете. Я же по-человечески вам объяснил, что мне не получится, понимаешь ты? Ты что за человек? В итоге адекватного диалога не получилось. ТВК обратились в администрацию района. Оказывается, там знали о том, что владелец хозяйства неправильно утилизирует отходы жизнедеятельности животных. И хотя это не входит в компетенции администрации, там пообещали выписать предписание фермерам на уборку навоза. Во-первых, скважина находится на расстоянии 500 метров от забора, где вот это предприятие находится. Это органические удобрения. Тут ничего страшного нет, криминального. Вот это ничего страшного? Так и должно быть? Нет. Ну, значит, это место складирования, соскладировано. Значит, надо посмотреть, ветеринарная служба порешать, выписать предписание, устранить и все. Здесь ничего сложного нет. Теперь соблюдением стандартов фермерским хозяйством будет разбираться администрация Емельяновского района. А проблемой неадекватного поведения сотрудников фермы уже занимаются правоохранительные органы. Александра Козлова, Анастасия Масленникова, новости ТВК. Уголовное дело возбуждено после нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Дело завели по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и о причинении легкого вреда здоровью, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. По первой статье грозит до 5 лет лишения свободы, по второй – до 2. При этом у журналистки Елены Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и множественные ушибы мягких тканей. Накануне «Новая газета» показала, во что нападавшие превратили спину журналистки. Она вся в огромных синяках со следами от труб, которыми избивали ее и адвоката. У Немова ножевое ранение и многочисленные переломы. Напомню, на Елену Милашину и Александра Немова напали, когда они ехали из аэропорта в Грозный. Неизвестные выкинули таксиста из машины, избили пассажиров и испортили всю технику, что была у них с собой. Милашину обрили и облили зеленкой. Пострадавших сейчас перевезли в больницу Беслана, а затем спецбортом в Москву. Красноярское золото
паспорта на другие имена, и парики нашли в ходе обысков у Евгения Пригожина. Кадры работы оперативников опубликовало издание «Известия». Судя по видео, спецназ МВД нашел в офисе ЧВК «Вагнер» крупные суммы денег в разной валюте, оружие, патроны, слитки золота со штампом Красноярского завода цветных металлов, а также китель, который может принадлежать Евгению Пригожину. Среди медалей и орденов «Звезда Героя России», два ордена мужества, орден «За заслуги перед Отечеством» и орден «Дружбы». Видео обысков подробно обсудили федеральные СМИ. Так, журналист Эдуард Петров, который известен расследованиями совместно с силовыми структурами, призвал правоохранительные органы выяснить, откуда у Пригожина паспорта на разные имена. Бобров Владимир Васильевич, он же Пригожин. То есть, вот не было только фамилии Петров и Семенов, да, вот тоже Семенов, Олег Юрьевич, вот господин Пригожин этот паспорт предъявлял. Хочу вам сказать, что у нормального человека, ну, не может быть столько паспортов. Даже если они настоящие, надо выяснить, разобраться, кто выдавал, как он получил эти паспорта, по каким он документам перемещался через границу, почему у этого человека были такие странные полномочия. Как рассказал Дмитрий Киселев в эфире этого же телеканала, группа «Вагнер» через госконтракты получила почти 1 000 000 000 рублей. За какой период получены эти деньги, он не уточнил. Этот факт у телеведущих вопросов почему-то не вызвал, однако пользователи соцсетей стали сравнивать эту сумму с бюджетами городов и регионов. Так, например, на жизнь одного лишь Красноярского края этой суммы хватило бы на 3 года. Ранее, как сообщает РБК, Пригожину вернули все изъятые во время обыска деньги, а именно пистолет «Глок», который он получил от министра обороны Сергея Шойгу. Напомню, что 24 июня Владимир Путин заявил, что в стране произошел вооруженный мятеж. Имя Евгения Пригожина или ЧВК «Вагнер» президент не называл. А в это время частная военная компания заявила о захвате военных объектов в Ростове-на-Дону. Позже, как заявили российские власти, Пригожин уедет в Беларусь, а уголовное преследование в его отношении прекратят. Тем не менее, уже сегодня президент Александр Лукашенко заявил, что пока Пригожин не находится в его стране. Курс евро на бирже перевалил за 102 рубля. Доллар достиг 90 рублей впервые с марта 2022 года. Иностранная валюта ползла вверх в течение месяца, но заметное снижение рубля началось после вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. 24 июня в некоторых обменниках курс доллара превышал 100 рублей, пишет издание «Ведомости». 6 июля в ходе торгов доллар превысил 93 рубля, а евро 102. Такие показатели на Мосбирже иностранная валюта достигла впервые с марта прошлого года. И независимый финансовый эксперт Мария Таткина пояснила новостям ТВК, что если раньше люди стремились скупить валюту в ожидании еще большего роста, то теперь делать так не имеет никакого смысла из-за введенных внутри страны ограничений. Если вы хотите просто тоже купить доллар для того, чтобы сохранить от девальвации рубля, то, приходя в банк, это будет очень высокий спред. Это там 5-8 рублей, и это тоже дает такую, в принципе, невыгодную покупку. На бирже сейчас тоже нельзя купить доллар, потому что брокеры сделали повышенную комиссию. И если вы этот доллар купите на бирже и будете вводить в банк, вы их не сможете получить, потому что сейчас запрет на выдачу таких вкладов, только прямая конвертация. А она невыгодна из-за высокого спреда. Это разница между покупкой, в банке и биржевым курсом. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нестабильность рубля связана с ростом экспорта и снижением импорта. По мнению специалистов Банка России, рисков для финансовой стабильности России из-за роста валют нет, а рубль находится в комфортной для экономики страны зоне. Тем не менее, в Ассоциации туроператоров России, например, уже заявили, что цены на заграничные путешествия выросли из-за падения российской валюты. Далее мы прервемся на короткий анонс и рекламу. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий, посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы видите на экране, переходите по ссылке, подписывайтесь и помните, ТВК не только ТВ. Вы смотрите новости ТВК, наш телефон 202-065, и мы продолжаем выпуск.
Разместил фото на сайте и получил иск на несколько десятков тысяч рублей. Предприниматели со всей России становятся ответчиками по делам об авторском праве. Под удар попали туроператоры, СМИ и даже государственные структуры. Истец во всех делах один – юридическая фирма «Восьмая заповедь». За 6 лет она отсудила более 112 миллионов рублей. Законно это или нет, и как быть организациям, чтобы избежать нарушений, узнаем в сюжете Анастасии Бирюковой. Судебная претензия абсолютно типовая. Меняется ссылка на сайт, меняется дата и название юридического лица. То есть это отточенный бизнес, который работает, в принципе, по шаблону. Директор туроператора «Меридиан» показывает досудебную претензию. Организация получила ее после публикации на своем сайте фотографии, которая находилась в интернете в свободном доступе. На снимке мужчина на Байкале. Из-за фотографии Алена Грудякова стала ответчиком по иску юридической фирмы «Восьмая заповедь». За опубликованный без разрешения снимок юристы потребовали перечислить 150 тысяч рублей на указанные реквизиты. Снимок Алена сразу удалила. Однако на этом дело не остановилось. И мы получили досудебную с требованием 150 тысяч рублей за использование данной картинки. Я проверила, потому что в досудебном указана ссылка на сайт, где размещена. Перепроверила, качество очень плохое. И также подтвердить либо доказать авторство, ну, я не могу никаким образом. Я расцениваю это как, ну, возможно, в рамках закона, но шантаж, то есть вымогательство. И это далеко не единственный случай в стране. Так, в Брянске суд взыскал с турагентства 50 тысяч рублей за фотографию Сулакского каньона. Ответчиками в делах становятся не только туроператоры, но и СМИ, застройщики и даже представители власти. Из-за использования фотографии пострадала администрация Новороссийска. С муниципалитета взыскали 20 тысяч рублей. И это немного по сравнению с другими случаями. Чаще всего претензии выдвигают на суммы от 150 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Свои действия юридическая фирма комментирует так. Ну, у нас есть фотографические произведения, которые принадлежат фотографам. Если с фотографом заключен договор, то мы ищем их в сети интернет через различные сервисы и через свое программное обеспечение. В случае выявления мы определяем законное либо незаконное использование, дальше принимаем уже какое-то решение. Мы заключаем договор управления исключительными правами на фотографические произведения. Как показывает практика, в суде выиграть невозможно. На счету компании уже свыше 1000 дел. Судебная система работает по шаблону, а «Восьмая заповедь» пользуется своим положением, но формально действует в рамках закона. Ведь нарушения со стороны пользователей фотографий действительно есть. Юристы говорят, избежать подобных претензий поможет только внимательность. Как правило, да, они, пользуясь Гражданским кодексом и своими процессуальными правами, предъявляют иски и взыскивают компенсации на законных основаниях. Бывает, что компенсация высокая, потому что сама фотография дорогая. В том случае, если вы используете фотографию, которую вы можете купить, нужно просто убедиться, что ее продавец обладает исключительным правом. Если вы используете фотографию без разрешения, нужно очень внимательно прочитать, что написано в 1274 статье Гражданского кодекса, а там говорится, что обязательно нужно указать имя автора, источник заимствования, использовать эти произведения только тогда, когда это необходимо в информационных или полемических, или критических, или некоторых других целях. Законами разобрались, однако больше всего ответчиков возмущают заоблачные суммы компенсаций. К более серьезным нарушениям в нашей стране относятся куда лояльнее. Так, за нанесение побоев административный штраф составляет от 5 до 30 тысяч рублей. Тут же за одну фотографию требуют и 100, и 150 тысяч рублей. Спасение юристы видят в изменении законодательства о защите авторских прав. Только так можно будет защитить бизнес от бесконечных судов, разбирательств и огромных штрафов. Анастасия Бирюкова, Анастасия Масленникова, новости ТВК. На улице Копылова оградили участок для будущей станции метро. На площади Революции сменили плакаты. Стали известны подробности того, как продвигается строительство метрополитена в Красноярске. Жители Октябрьского района заметили, что рабочие огородили забором большой участок напротив бывшего Макдональдса. По данным генподрядчика компании «Моспроект-3», там появится станция метро улица Копылова. Строители сейчас готовят необходимую документацию. Помимо них, работы ведутся еще
еще на двух станциях, так на улице Молокова, строители начали возводить ограждающую конструкцию котлована, и там должно появиться 400 свай. Затем специалисты приступят к разработке грунта и монтажу тоннелепроходческих комплексов. Зашли рабочие и на участок возле памятника Ленину. Там не только вскрыли асфальт для археологических раскопок, но и обновили баннеры. Теперь вместо надписи «Здесь будет метро» красноярцы видят заявление, что метро появится в 2026 году. А вот экс-проектировщика красноярского метро Олега Митволя отпустили под домашний арест. Пятый апелляционный суд Новосибирска отменил решение Красноярского краевого суда о заключении Митволя в СИЗО. Об этом заявил его адвокат. Домашний арест проектировщик будет отбывать в Красноярске. Я напомню, Олег Митволь пробыл в СИЗО больше года. Его задержали в июне 2022 по делу о хищении почти 1 миллиарда рублей при проектировании красноярского метро. По версии следствия, его компания ТИСИЗ выполнила лишь часть работ, но получила оплату в полном размере. Акт приемки этих незавершенных работ подписал теперь уже бывший министр транспорта Константин Димитров. При этом он знал, что часть работ специалисты не выполнили или выполнили некачественно. Как и Митволя, экс-министр уже заключил досудебное соглашение, признал вину и рассказал следствию, что действовал по, цитата, «незаконному указанию вышестоящего должностного лица». Конец цитаты. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Первое заседание по его делу состоится 17 июля. Также по делу о хищении денег при строительстве метро проходит и экс-руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров. Кроме того, по данным РИА Новости, фигурантом уголовного дела также является экс-заместитель губернатора Красноярского края Юрий Лапшин. На острове Татышев ремонт. Сегодня там начали приводить в порядок велодорожки, обновить тропы попросили сами горожане. Специалисты вместе с профессиональными роллерами осмотрели велодорожки в западной части острова и определили, ремонт нужен вдоль Яблоневого сада протяженностью в 1 километр 600 метров. Там необходимо выполнить фрезеровку покрытия, залатать ямы, местами снять старый асфальт и положить новый. Работы начались сегодня в 8 утра и продлятся до 10 вечера сегодняшнего дня. На это время Яблоневую аллею закрыли для посетителей. Добавлю, что недавно на острове Татышев завершился ремонт подъездных путей. Рабочие восстановили бордюрный камень и залатали ямы в асфальте. Какие городские проблемы волнуют вас, а может вы хотите, наоборот, поделиться позитивной новостью? Для любых мнений и историй на нашем телеканале есть рубрика «Говори на ТВК». Телезрители и подписчики не только рассказывают о наболевшем в эфире ТВК, но и узнают, как решить проблему. Что нужно сделать, чтобы вас тоже услышали, расскажет Елена Армаз. Обычно дороги должны расширять для того, чтобы сократить пробки. Вот Воронова конкретно сужает. ТВК на улице Воронова. Здесь, как и рассказывает наш телезритель, каждое утро и вечер на дороге скапливаются автомобили, а на остановках люди. Но, тем не менее, тут решили сужать проезжую часть. Этим недовольны даже мои близкие, которые живут здесь неподалеку. Но их возмущение немое. Они не высказывают его открыто, а тем временем ремонт на улице Воронова длится уже больше месяца. Именно поэтому важно говорить о том, что вас беспокоит. Только проговорив проблему, мы сможем приблизить ее решение. А еще, если говорить, то вас точно услышат. Именно для этого и существует наша рубрика «Говори на ТВК». Красноярцы присылают нам видео из разных точек города, страны и даже мира. Но мы делаем так, чтобы о вашем мнении, проблеме или радости узнал весь Красноярск. Но как же попасть в нашу рубрику? Очень просто. Сейчас я вам обо всем расскажу. Для начала вам нужно снять видео. Например, идете вы с работы или с прогулки и видите странную кучу земли возле своего дома. Рядом лежат инструменты, но рабочих почему-то на месте нет. Достаем телефон и снимаем всю эту красоту на видео. Ролик должен длиться не менее 25-30 секунд, но даже это не столь важно. Главное – донести до людей, что именно вас беспокоит. Так что комментируйте, высказывайте свое мнение и, конечно, выражайте свои истинные эмоции.
Но о чем же говорить? Да о чем угодно. Рамок и условий нет. Говорите о том, что беспокоит вас. Мусорные свалки, спиленные деревья, пропавший кот или неправильно припаркованный автомобиль. Все, что вызывает у вас недовольство или другие сильные эмоции. Многие красноярцы снимают для нас целые репортажи о проблемах нашего города. Но я уверена, что в Красноярске есть немало хорошего. Так что позитивом можно и нужно делиться вместе с нами. Давайте посмотрим, о чем еще говорят красноярцы. После каждого дождя и во время тут такая вот дорога прекрасная. Почему в нашем городе не садят березы? Вот такие красивые березы на территории МБА на Коломенском. Красивые, высокие. Без пуха, которого боятся все. Раннее утро, я встречаю на скале дед. Сегодня такое небо, и над городом чисто. Когда вы уже сняли видео, дело остается за малым, нужно прислать его нам в любые соцсети и мессенджеры. Номер телефона единый 8-923-165-45-00. Мы есть везде: WhatsApp, Viber, Telegram, ВКонтакте, Одноклассники. Ставьте пометку «Говори на ТВК» и присылайте нам видео в любой удобной для вас соцсети. Если вы захотите остаться инкогнито, анонимность мы вам гарантируем. После этого ваше видео появится в наших соцсетях и в эфире ТВК. Мы не только покажем ролик, но и расскажем, куда обратиться, чтобы решить проблему. Но если это удастся сделать, ждем от вас результатов нашей совместной работы. Фото или видео того, что удалось исправить. Мы всегда ждем ваши видео, истории и мнения. Номера телефонов вы сейчас видите на экране. Запишите их в свою телефонную книгу и никогда не забывайте. Елена Армас, Илья Сергиенко. Говори на ТВК. В Красноярске появится еще одна смотровая площадка, где построят новую туристическую локацию. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». В Ленинском и части Кировского района Красноярска отключат холодную воду. Ее перекроют с 23.00 7 июля до 23.00 9 июля. По информации Краскома, в это время профилактический ремонт к следующей зиме будут проводить на водозаборе Нижнеатамановского острова. Следующее отключение пройдет 21 июля на водозаборе Посадный. Без холодной воды временно останутся жители Центрального района и части Железнодорожного. В микрорайоне «Зеленая роща» начали строить смотровую площадку с видом на остров Татышев и Енисей. Новый объект появится на высоком обрывистом берегу проспекта Ульяновский. Эти работы – часть благоустройства сквера «Зеленый берег». Помимо строительства смотровой площадки, там укрепляют осыпающийся песчаный берег, высаживают деревья и кустарники, устанавливают малые архитектурные формы, делают спортивные площадки и места для выгула собак. В дальнейших планах – возведение нового пешеходного моста из «Зеленой рощи» в восточную часть острова Татышев. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении двух пожилых женщин в Кировском и Ленинском районах Красноярска. Как рассказали в МВД, 4 июля в дежурную часть отдела полиции номер 3 обратилась 87-летняя женщина и сообщила, что в подъезде на нее напал неизвестный. Ударила перила и сорвал золотые сережки. После этого мужчина скрылся. Полицейские нашли грабителя. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 49-летний житель Кировского района. Его также подозревают в совершении нападения в Ленинском районе. Там пострадала 84-летняя женщина. На задержанного завели уголовное дело, сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям. Всех, кто также пострадал от действий злоумышленника, просят обратиться в полицию. Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-00-65, и мы продолжаем выпуск. 5 жителей Красноярского края травились мухоморами с начала этого года. Возраст пострадавших от 17 до 37 лет. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Так, на прошлой неделе в больницу с отравлением ядовитыми грибами попала несовершеннолетняя красноярка. Она купила мухоморы в интернете. Но где именно, девушка не сказала, сославшись на то, что не помнит название сайта. В апреле мухоморами отравился еще один красноярец. Он поступил в токсикологическое
детское отделение с судорогами и одышкой. Позже оказалось, что пострадавший по инструкции употреблял мухоморы в течение целого месяца. Горяев отметил, что большинство людей приобретают ядовитые грибы, потому что верят сомнительной рекламе об их чудодейственных свойствах. Напомню, в прошлом году Роспотребнадзор через суд запретил продавать продукцию и биологически активные добавки, в составе которых есть ядовитые и несъедобные грибы. Сезон ягод в самом разгаре, однако те, у кого нет возможности собрать их на собственных плантациях, жалуются на цены. Например, в этом году клубника на 100-150 рублей дороже, чем в прошлом. То же самое дачники говорят про жимолость, смородину и малину. Где в Красноярске самая дешевая ягода на стихийных рынках, побывал Анатолий Качаев и сравнил цены и поговорил с продавцами и покупателями. Да что вы! Вот у меня внук, ему 7 лет, он говорит, баба, это как трудно, оказывается, клубнику собирать, даже для себя литр собрать. Ухаживать за клубникой – большой труд. Это непростое дело, и оно должно быть хорошо оплачено, рассказывает Татьяна, огородница с многолетним стажем. Ягоду она выращивает дома, в Ермаковском районе, а продает в Красноярске. Говорит, урожайность во многом зависит от погоды. Например, в прошлом году зима была холодная, а лето знойное, урожайность низкая. В этом году с погодой повезло чуть больше. Однако раз на раз не приходится. Ягодный бизнес не всегда стабилен, отмечает женщина. Поэтому то есть, из двух лет может этот бизнес получиться один раз в 3 года. И, конечно, ты будешь продавать ее не за 20 копеек. Потому что труд очень тяжелый, очень. Это вот так вот, как согнулся, и не разгибаешься. И это начиная это уже, знаете, с мая и по октябрь. А литр в прошлом году он сколько стоил? Литр, по-моему, в прошлом году 400 стоил. Угу. На 100 рублей цена поднялась, да. Пол-литровый стакан клубники у Татьяны стоит 250 рублей. Литровый – 500. Женщина продает ягоды в центре. Однако, чем удаленнее район, тем дешевле стоимость ягоды. Например, в Советском районе за тот же литровый стакан красноярцы отдадут не 500, а 350 рублей. Жимолость, у которой сезон уже подходит к концу, стоит так же. Хотя у многих она не уродилась. Цены выше, чем в прошлом году, но красноярцы все равно активно покупают ягоду. Если хотите вкусно покушать, конечно, это будет дорого. Не бывает дешево, чтобы своим трудом вот так вырастить ягодку. Сколько вот потратил человек труда? Конечно, будет дорого, но вкусно. Клубника дорогая или все-таки нормальная цена? Очень дорогая. Очень? Да. Почему покупаете? Ну, я считаю, что все-таки у людей, кто выращивает сами, вкусная, органическая, вкусная клубника. Я покупала в магазинах, в супермаркетах. Ужасная. Магазины ягоду закупают оптом на фермах, но оптовый метод используют не только супермаркеты, но и перекупщики. Встретить их можно на улицах города, их клубника обычно дешевле. Свою ягоду чаще всего они закупают в Шушинском районе. Там литр стоит 100-150 рублей. Поэтому они надбавляют 50% от закупочной цены и продают ягоду в Красноярске за 250-350 рублей. Несмотря на то, что стоимость клубники у перекупщиков ниже, красноярцы все же предпочитают домашнюю продукцию. Шушинскую. Шушинская тоже хорошая, наша хорошая. А вот есть оптовики, а есть вот женщины, которые на домашнюю сейчас выращивают. И говорят, разница здесь. Возможно, потому что домашняя все-таки без химикатов, без всяких. Какая лучше? Наша красноярская? Наша стократно, могу сказать. И вкусовые качества, потому что когда я еще не разводила клубнику и покупала шушинскую, не сравнить с нашей домашней, вообще ни в какое сравнение не идет. Красноярцы говорят, дорожает все, не только ягода. И причина, по словам экспертов, не в дождях и заморозках, а в экономическом факторе. В прошлом году в нашей сети клубника продавалась за 449 рублей. В этом году цена дороже на 10%, 499 рублей за килограмм. Но на это влияют разные факторы. Во-первых, в принципе, закупочные цены повысились за год гораздо больше, чем на 10%. Это мы стараемся сдержать рост ценника уже на полке и продаем клубнику с меньшей наценкой. Вообще клубника в нашей сети, она из Азербайджана. Соответственно, чем выше курс валют,
чем растет больше рубль, тем дороже любые товары, которые привозятся из-за рубежа. Эксперты прогнозируют, что все цены на фрукты и ягоды, привезенные из-за рубежа, будут расти вместе с курсом валют. Также на ценообразование влияет и общий уровень инфляции. Помимо подорожавшей клубники и жимолости, будут расти в цене также малина и черная смородина. Эти ягоды могут появиться на прилавках уже в ближайшую неделю. Анатолий Качаев, Владимир Антонов, новости ТВК. Правомерно ли распределять общедомовые долги на всех жителей? И на каком расстоянии от дома должны расти деревья? Подробнее об этом в рубрике «Вопросы ЖКХ». У нас в конце года по общедомовым приборам учета начислили дополнительную сумму по холодной воде и объяснили, что это сумма за тех, у кого нет счетчиков, а разбросали на всех, и тех, кто со счетчиками, и без. Правомерно ли это? Каким образом происходит доначисление по холодной, горячей воде? Сначала вы оплачиваете каждый собственник либо по счетчику, который у вас стоит в квартире, в данном случае за холодную воду. Если счетчика нет, этот человек оплачивает по нормативам. То есть он так же, как и вы, оплачивает. Никто ни за кого здесь не платит. Далее. Измеряется показание общедомового прибора учета. Соответственно, бывает разница, когда складываются все показания приборов и нормативщиков, а потом снимается показание общедомового прибора учета. И вот эта разница, согласно 354-му постановлению правительства Российской Федерации о предоставлении коммунальных услуг, делится пропорционально на всех согласно площади их помещений, будь то жилые или нежилые. Поэтому никто ни за кого не оплачивает. Это идет оплата на общие домовые нужды. В 2 метрах от дома посажена рябина. Она доросла до 4-го этажа. На каком расстоянии должны расти кусты от дома? В Российской Федерации существуют санитарные нормы и правила, согласно которым все предписывается, за сколько метров можно садить деревья от стены данного дома. Если дерево, крона дерева превышает в диаметре 5 метров, тогда расстояние должно быть от дома до стены не менее 5 метров. Если высаживаются кустарники, то 1,5 метра. В данном случае рябина относится к кустарникам, но многолетняя рябина достигает до 6 и даже до 15 метров. Поэтому по нормативам вроде бы все и правильно, но управляющая компания должна следить и вовремя обрезать кроны деревьев, чтобы они своими ветками не били вам в стекла и не приносили неудобств. Это была Наталья Балабина. Я напомню, свои вопросы можно задавать по номеру 202-0065. Также пишите в Вайбер и WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00. И, конечно, в любых социальных сетях ТВК. Уроженка Красноярска Мира Андреева одержала первую победу в основной сетке престижного теннисного турнира Уимблдон. В первом круге 16-летняя россиянка обыграла китаянку Ван Сию. Матч закончился со счетом 6-4, 3-6, 7-5. Соперницы провели на корте 2 часа 26 минут. Андреева пробилась в основную сетку через квалификацию. Во втором круге россиянка сыграет с чешкой Барбарой Крейчиковой. Ранее Мира с успехом дошла до третьего круга турнира Ролан-Гарос. Тогда она не смогла одолеть американку и выбыла. Добавлю, турниры «Большого шлема» – это 4 крупнейших ежегодных теннисных турнира. Один проходит в Австралии, другой во Франции. И третий – Уимблдонский турнир, а четвертый – открытый чемпионат США. На сегодня это все новости. Эфир на ТВК продолжается. Напомню, телефон редакции 202-0065. Вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и помните, ТВК не только ТВ.